Батюшки! Это Декарт? Декарт? Ой, ой, какая миленькая. Ой, 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 ты посмотри. Ага. Привет, Витёк здесь, и это снова Кластер Дак. Игра про классных уточек, как и звучит название. Классные утки, Кластер Дак. Это утки, которых я развожу. Это моя утиная ферма, но, как вы видите, утки немножко странные. Это утки-мутанты. Говорят они. Они высиживают яйца, из этих яиц появляются еще одни утки-мутанты. И что-то тут, какое-то продолжение нам грядет, явно интересное. Давай сразу, погнали. А, начнем с того, что я немножко почищу наш загон. Во-первых, давайте избавимся от некоторых уток. Они хоть и именные, но они уже устаревшие. Ну, в том смысле, что на них мало мутаций, видите. Вот эту, к сожалению, клювожора такого я еще одного не выцепил. Новая Анита? Мы новую Аниту сливаем, прикинь. Капец, нам не нужна новая Анита. И хомяка отправим туда же. Оставим. Оставим, классный ник. Это кто его придумал? Все, жертвуем. Да, принести в жертву 4 утки. Нужно еще 4 из 10, смотри. Что-то будет, когда я еще 6 уток пожертвую. Давай, погнали. Тук-тук-тук. Обычное яйцо. Это сразу, вы знаете куда. О, боже мой, ни хрена себе! Говорит он. Это, знаете кто? Это Ктулхутка. Ктулхутка. Я не успел. Бей ее. Ну я бы бил бы, если бы меня не отвлекали. Ну как так? Все. Ладно. Не было никакого Ктулхутки. Вот и все. Пропустили. Нифига себе, это что это? Это уже не утка. Это утконос. Ты смотри, весь редкий какой-то, мощный. Утка 47. Утка 47. Это же он. Смотри, как прикольно ходит. Это же он. Хитман. Все, погнали дальше. А, ну такой у нас есть. Туда же. Нифига себе, звук прикольный. Как гоночная машина уехала. Фига. Это он только вот Хитман этот появился, он уже потомство плодит. Боевой мужик. Так, обычное яйцо. Но я не буду его повышать, оно же обычное. Ой, какая красотка. Ты посмотри. И от папки, и от мамки. Все, что только можно, взяла. Очень миленькая. Теперь вот эту можно выкидывать, потому что это обычная утка. Но кто ты? Инурезик. Инурезик, пока. Мы нашли утку лучше, чем ты. Вот она какая красивая, смотри. Название этой утки даст тот, кто напишет в чатик на ВК Play Live фразу «Я буду уткой». Драк. Так, кто тут еще у нас есть? Смотрим, что-то достойное. Ну, что-то такое у нас в смешении, по-моему, даже прям один в один что-то такое было. Такое ощущение. Да, вот она, один в один, смотри, утка. Так, этот сюда уходит тогда. Что это за звук? Страшно. А, это у нас редкое яйцо, давай повысим, давно не повышали. Эпическое. Ну, давай, бахни. Бахни что-то такое. Вау, жесть, какая страшная, капец. Ой, ой, погоди, там можно было почитать еще что-то, да? Я что-то забываю все время читать, а где? Считает, что высадки на Луну не было. Не признает утиную социальную иерархию. Так, в общем, это утка-протестант. Кто будет уткой-протестантом, тот пишет «Протестую!» Либо на английском «Objection» «Анита». Анита первая была на ВК Play Live. Ну ладно, Аниту мы уже завалили, значит это новая Анита дважды, да? И как же нам тебя назвать-то? Анти-Анита. Потому что она протестует. Мощно. Хорошо. Есть название. Говорят, нажми на дырку, ничего не происходит, если я жму на дырку, ребят. Ничего.
Так, надо еще... О, Манитка, это успела утку сплодить уже. Кто там? Ха! Уж прикольно. Мутация в обычную произошла. Ну что ж ты будешь делать? Свой человек, только утка. Любит громко орать и сеять хаос. Давай сразу туда. О, ведьмак! И вот этот вот лютый кринж сплодили нам что-то. Можно с правильным... Вау! Тут мозг. Акула-пера. Гадкий утенок, что вырос в гадкую утку. Да, лютый кринж родил лютый кринж. Я вот не знаю, оставлять его или выкидывать. Не знаю, он просто редкий. Наверное, нет. Давай, приблизьтесь. Заутить? Что, извиняюсь? Совет. Если в одном раунде категорию выбрали вы, то в следующем выбирать противник. Соперник найден. Выберите команду соперника. Не понимаю, что происходит. Пришло время заутить. Порадуйте утиных богов, заутите в состязании талантов. Сила за счет ловкости. Выбирайте категории по очереди. Побеждает утка с большим значением характеристики. Получите преимущество при помощи амулетов. Ничего не понял, давай смотреть. Фига себе, там у него утка, смотри, какая кринжутка. Она утка кверхногутка. Так, выберите категорию. У нас есть каллиграфия 11, у него такой вообще нету. Я 100 пудов побеждаю. Но это очень крутая утка, смотри, у него 11, 10, 7. Очень мощные статы. Так, нужно вот эту утку сначала выбить в паркуре. Я тут в принципе... А, нет, я не в принципе. Давай пока плотность попробуем, ну-ка. А, вот, выберите утку. На! Я победил. А, тут еще новенький подходит. Ой, это вообще, смотри, кринжутка какая-то. Так. Прикольные битвы, мне нравятся. Так, 9. Ну давай еще раз одну и ту же самую. Здесь, правда, можно взять. Давай попробуем. Что такое? А, он выбрал силу, да? Все, понял. Он выбрал силу. Ну давай. Он десятку поставил. А, он единичку поставил. Говнюк. Это разжопый типа, да? Ладно. Так, следующий раунд. И мы играем... О, на лапке. Давай, паркур. У меня сейчас по паркуру самые мощные черти. Окей, паркур. Выставляю вот эту. Он восьмерку кинул. Опять моя победа. Ух, нифига себе, мегауд, смотри. Так, какой... Так, писать, да, будем учиться. Учиться писать. Я предлагаю слить говноутку. Она самая слабая. Ой, десятку тем более поставил, я это никак не перебивал. Окей. Зато от плохой утки избавились. Ой, у меня тут ведьмаки. Вот теперь писака пришел нормальный. Так, ну я все так же в паркур, видимо, иду. Я, в принципе, могу и в паркуре, и в силе его победить. Плотности, то бишь. Давай один паркур сольем, чтобы у меня было в каждой графе мощный ут. Чтобы я мог в любой победить. Прикольно, там крючок на голове. Каллиграфия. Ну, есть у меня. Какую бы он ни поставил, вот этот победит. Он двойку воткнул. Ну все, я победил, если до 9 очков играем, у меня 5 корон. Я в любом случае выиграл. Нет, все равно надо. Очень странно, а зачем? Ну что, все еще паркур получается. И вот это вот прям идеально в паркур вписывается. Он 11 ставит. Ха, неудачник, у меня 12. Чу-чу-чу. А это что такое? Антиграф меняет максимальное и минимальное значение характеристик для выбранной утки.
О, прикольно. А это? Прибавка к выгоренной характеристике 3. Это, наверное, зареал какой-нибудь, да, делается. Так, утки кончаются уже. Я все так же выбираю... А, он выбрал каллиграфию опять. А, ну тут я сливаюсь. Но если я сливаюсь, то да, тут пофиг прям сливаться. Не пофиг прям сливаться. Мы проиграли. И последний раунд. Я выбираю опять паркур. И могу даже вот этой победить. Эти мне паркурные утки все попались. Ну что, 7 на 2 я победил. Милостивые утиные боги просят помиловать одного из противников. Какие у него петушки классные. О, хочу. Утка кружутку. Проклятый. Так, надо посмотреть, где тут побольше у него. Ой, вообще все три новенькие, смотри, для меня. О, вау, легендарная. Прикинь, он нож в руке есть. Экзотическая. Тоже экзотическая. Давай вот эту возьмем. Красивая прям. Вы получаете 13 щитов. Божественное яйцо. Видите имя, отображаемое в списке лидеров? Крексилот. Витек Плей. Так, первая победа моя. Таблица лидеров. Я на 159 130 месте. Жестко. Вот оно, это яйцо. Так. Тук-тук. Его нельзя никак улучшить. Вот это что-то будет интересно. Мы, кстати, в этот раз найдем кинга или нет. Вдруг сейчас кинг родится. О. А прям такая же, как у него была и родилась. Хорош. Ну, это, конечно, не кинг, но это крутая утка. Ребят, такую крутую утку только за донат назову. А, точно, памперс хотел. О! Тяц, Киликс, я пришел. Всем привет. Еле успел. Еле успел. Все, будешь с Киликсом. Спасибо за донат. Бау! Смотри, как красивая утка тебе досталась. Говорят, у меня проклятое яйцо родилось. Прикинь. О, Блейнар и Морти, как говорится, что-то там сделали. У них появилось яичко. Вау, ну давай. Давай. Поехали. Батюшки. Охренеть, ты посмотри. Проклятое, редкое и экзотическое еще. Вау. Вот это бомбанутка. Реинкарнация утки-прародителя. На ее счету множество нежелательных жертв. Счет эта утка еще круче, чем предыдущая, по-моему. Что-то какая-то редкость поперла из меня. Имба-утка. Имбутка, так и назовем ее, да? Это Декарт? Это Декарт, ладно. Декарт. Сейчас мы памперса тоже сделаем. Не переживай, памперс. Давай, вот смотри, у нас есть эпическая. Вот утка с мозгом крутым и утка просто, саблезубая утка, сделали эпическое яйцо. Сейчас мы еще повысим его. Легендарное яйцо! Бам-бам, пыдыщ! О, фига себе, у него юбочка. Как будто в памперсе, реально. Отлично, памперс, мы нашли тебя. Все, это памперс. Хорош. Идеально все зашло. Ой, слушай, прикольно, тут много всего в них было. Редкое. Давай повысим. Эпическое яйцо от двух интересных уток. О! Легендарка! Ходит за лимонадом каждый день. Только и знает, чтобы охвалиться и драться. Значит, пишем в чат. Как?
Но если он любит драться, значит он драчун. Так и пишите. Я драчун. Кто-то написал, я дрочун. В каком смысле? Это немножко другое, погоди. Он драчун, ребят, так что тут, понимаете, нужно было еще правильно написать. Первый написал кулич, получается. Бам. У нас появился кулич. Так, ух ты. Тук-пук-тук. Так, редкость не будем повышать у обычного яйца. Офигеть, ты посмотри. Две мутации сразу в одной утке. Играет на гитаре. А чё собака какая-то почти. Но знает только одну песню. Хочет помериться силами с самой важной уткой. О, силами с самой важной уткой. Блин, я даже не знаю. Нам нужно сейчас выбирать, кого скидывать в бездну. Но это какая-то утка, вроде бы много в ней интересного, да, всего. Хотя она всего лишь редкая-редкая обычная. Давай скинем ее. Не будем держать. Поехала туда. О. Ну-ка. Так, легендарная и редкая. Ну опять ничего такого особенного. Пришла, чтобы есть хлеб и надирать задницы. Хочет помериться силами. О, слушай, все, кто с самой важной уткой хотят помериться силами, надо отправлять в бездну. Так. Туда. Будете сражаться. Так, дай-ка мне клюв нормальный на кого-то еще, я тебя выкину сразу. Давай. Да елки-палки, а как шапка-то получилась? А у меня все это есть. У меня прям такая же утка есть. Тебе пора. Ой, микроволновка сработала. Тук-тук, смотрим. Вот это грудь. Легендарка. Вау, ты посмотри, какая сильная утка. Там мышицы просто из нее прут. И она девушка, кстати. Так что сейчас... Только девушки могут претендовать на эту утку. Поняли? Так, тебя сразу выкидываем. А тут... ВК Плейлайф пишет. С 8 марта. Я не знаю, кто из вас девочка, так что берем первого, кто написал. А первый написал гербарий. Ладно. Гербарий. Будет девочкой. О, вот это что-то интересное должно быть. Не буду улучшать. Посмотрим, что получится. Ну, просто перемешались немножко мутации. Не то, чтобы прям очень важно. Скидываем. Так, опять ведьмаки тут плодятся. Опять ничего нового. Когда не успели. Обычная, правда. Ой, ха-ха, какая прикольная башка. Ну, это обычная мутация. Сразу в мусорку. Ну-ка, на. Избиваю просто чувака. Отдай яйцо. Наконец-то я могу получить яйцо. В прошлый раз немного прозевал этот момент. Отвлекли меня со всех сторон. Не смог побить Ктулху. Ктулхутку. Смотри, реально, видите, два желтых глаза смотрят на меня. Там зло в этом яйце адское. Мать моя женщина. Она уже такая была. Но здесь очень классная задница. Акула пера не выбирала жизнь головореза, та выбрала ее сама. Ну что, возьмем? Я думаю, проклятых уток пока не надо выкидывать. Хвост у нее лютый. Пишите присмыкающиеся. Но они же через пре пишутся, ребят. Эпсилон. Эпсилон первый смог. Давай, молодец. Сейчас мы вас еще и русскому языку научим. Эпсилон. Если что, змеи это присмыкающиеся, если вы не в курсе. Так, что тут? Есть яйца? Есть. Есть готовые яйца. Ух, это же ультра-ведьмак наш. Ой, хорош. Сильную утку сплодил. Конечно, мутация обычная в конце, но тут легендарка с экзотикой. Оставить, что ли, пока? Скоро нужно будет выбирать, кого выкидывать. Ну, давайте, пишите экзотика. Бухой стрелок. Экзотика написал. Так и будет. Бухой. Погнали. И тут у нас... О, эта утка идет, сами знаете, куда.
Вау. А почему они яйца не высиживают новые? А, может, потому что мест нету? Типа только на одну утку место, они не плодятся. А, надо уток, наверное, скидывать. Ладно, пошли смотреть. Ну давай жишку 13-ю скинем. И слезки можно скинуть. У нас уже есть эльфы. Многосису можно скинуть. Что такое желтое перо? Так, мы можем заутить снова. Мы готовы заутить. Погнали в атаку. Фига себе, там какая-то утка-кринжутка. Ну мне же выгодно брать у кого меньше звезд, я правильно понимаю? О, вязание появилось. Давай тогда попробуем в силу. Я могу вот эту штуку применить? Так, нет, это обратка. Активировать. Вот так вот, да, она 12-ю использовал, хорошо. Отлично. Хорошо, мы победили. А он выбирает защиту. И у него 12-е все, да? То есть я могу в ничью сыграть, либо просто слить вот эту утку, она вообще никчемная, она ни в чем не побеждает. И вот это тоже ни в чем не побеждает. Давай сольем. А он сольет Куртоус. Ах, говнюк, он восьмерку кинул. Ах, ты ж паразит, а. Ладно. Нифига себе, там крутой. Ну, вот так попробуем. О, отлично, десятку бросил. Я подумал, если он не кидает максималки, может быть, тогда и сейчас максималку не кинет. Хорошо, победили. Защита. Ну, у него много защитных уток хороших. Ой, проиграю, он вряд ли вот эту кинет-то, да? Одну из тех кинет. Как-то усилить защиту я не могу. Да, я тут проигрываю в любом случае. Просто нужно выбрать, кем проиграть. А, вот этим проиграем. Ну да. Ну, у меня утки-то самые хреновые. У него крутые, у меня хреновые. Что там, 13 защиты. Во, нормально, вязание пришло опять. В это вязание я выигрываю. А он двойку кинул, паразит. Ну ладно, у этой утки зато очень высокая атака была у него. Так что я теперь могу и в атаку поиграть, скорее всего. Да, у меня теперь и в атаку есть возможность поиграть. Он вязание выбирает. Нифига себе. Внезапно. Он выбрал вязание. И я могу сделать двенашечку. Странно, почему двойка? Если написано, что меняет максимальное и минимальное значение характеристик меня. Я могу сделать 12-е вязание. Но кого он поставит? Но 12-я атака мне еще нужна. Давай попробуем. Не получилось. Так. Такая плотная катка, да? Ну, я на атаку. Я на атаку тогда напираю. Тут я выигрываю. Он двойку использует. Так. Так, так, так. Он на защиту, конечно же. Ну, я выигрываю, получается, в конце концов. Сейчас я проигрываю, но потом выигрываю на атаке. Ну, с этим намного сложнее, нежели с предыдущим, я вам так скажу. Предыдущего я просто победил. А здесь прям страдаю. Но все-таки выиграл. Тю-тю-тю. Победа. Так, что берем? Классная.
Она классная. А у меня разве такая есть, проклятых? Проклятых уток нельзя получить в заутившихся яйцах. Поэтому я не... Тут экзотическая есть. Надо брать эту, она с экзотикой. Давай. Берем. Яйцо полубога. А почему полубога? Потому что я хреново сыграл, да? Было же яйцо бога просто, или я что-то путаю? Оно еще 3 часа скрываться будет! Вау! То есть мне первое яйцо вскрыли просто так, потому что я за красивые глаза, а теперь всегда яйца будут так долго вскрываться вот этих после битвы? Жуть какая. О! Боже, какие мутанты. Сделали обычное яйцо. Все равно мутация получилась. Жесть. Что ты такое? Верить, что в душе все мы хорошие утки. Что бы это ни значило. Пишем. Я хорошая уточка. Это Даниил. На. Ты хорошая уточка. Так, тебя поклевали. Ой, боже мой. Так, ну тут знаете, что нужно? Нужно повышать редкость. Потому что утки, которые сплодили эти яйцо, там все обвешаны какими-то редкостями. Но что нам это даст, если они просто перемешаются в очередной раз? Нужно, чтобы они мутировали во что-то другое. Эпическая. Я так понимаю, просто чем круче вот эта вот эпичность яйца, тем больше шансов на мутацию. О, смотри. Уже 2 легендарное какое-то крыло. Костяное, ободранное. Так. Не ест блюдо со словом апельсин в названии. Оказалось здесь случайно. И где она? Куда убежала-то? Вон она. Квак! 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 Клон, нет места. Косяк. Тогда пишем. Нет мне места. В твоем сердце. Нет мне места в твоем сердце. Это грешник, ребят. Нормально я вас развел, да? Вы такие, нет мне места, такие чпунки отправили. А надо было в твоем сердце еще дописать. Блин, а как это яйцо побыстрее вскрыть? Что, 6 реклам посмотреть надо? У меня просто место для уток кончается. Ёлки-палки. Ну, тут ничего интересного не выпало. В атаку. А у меня сейчас собираются они там? А, собираются. Все, прикольно. Ой, что-то интересное получится. Давай повысим. Повисл экран. Но я что-то добываю. Я что-то добыл. Сейчас будем смотреть, что я добыл. И посмотрим в списке уток. Утка 71. Вау! Нифига себе, не зря прокачивал. Смотри, она какая легендарная, экзотическая, эпическая. Настолько крутых уток у меня еще не было. Я, правда, не знаю, проклятая утка, она какой уровень крутости считается? Наверное, что-то ближе к легендарному, мне кажется. Но чтобы вот настолько круто там все. У нее еще, смотри, хвост динозавра. Где она? Вот она. Давай. Короны жалко нет, а то была бы у нас кингом. Давайте, пишите, я багнутая уточка. Во, Лёша. Лёша, просто Лёша будет. Лёша Орик. Клёво. Так, места потихоньку кач... Вау, легендарное яйцо положили. Хорош, мы его в экзотическое еще перепилим. А, и вот яйцо, да, все, у меня предел. Давайте смотреть, кого скидывать. Так, ну что-то Хитман как-то первый вообще напрашивается отсюда уйти. Ну так не хочется с ними расставаться, они все такие молодцы. Кровожора, давай скинем этого. Гербарий, ты недолго прожил в этом мире, извини. А, Юпи, Нарезчик и Максим. Ой, что это? Суп дня. Смотрите видео, чтобы начать варить сегодняшний бульон. Выберите 3 уток, которые хотите бросить во вкусный супчик. Хе, прикольно. А что, раньше не появилось? У меня сейчас уток нет, которых кинуть хочу. Так, ну здесь вряд ли что-то интересное получится. Ну давай посмотрим.
Ну, как я и говорил, да, ничего такого интересного не родилось. Избиваем, избиваем этого мегута. И у нас снова легендарочка, в смысле, страшное нечто. Ну, давай посмотрим, вдруг тут все-таки зелел. Сейчас, прикинь, утка с квасом такая выйдет. Вот это будет номер. Вау, дьявольские яйца. О, это утка наоборотка. Ёлки-палки, у нее нога кролика вместо крыла, что за фигня? Не ходит в развалочку. Щупает языком кончик клюва, когда никто не видит. Что? Зачем она это делает? Надо в суп? Давай так и назовем пока. Chemistry. Так. Легендарное яйцо родилось. Ну что, погнали. Так, претендент на что-то крутое. Экзотическое. Вау, вот это рот, извиняюсь. Это утка короля лича, что ли? Что это такое? Это нарезик. Нарезик тьмы. Так тебя и назовем. Так, надо еще Максин вернуть, да? Может, Максин отсюда вылезет? Но это долго еще лезть. Так. Ой, здесь тоже что-то любопытное лезет, смотри. Фу, эпическое. Давай. Квак! Квак! Ёлки-палки, что со шлемом? Не, ну мутация прикольная, но, к сожалению, здесь очень слабо. Эпик плюс редкая, это в мусорку. Это не Максин. А где? Куда она? Эта утка поняла, что я ее скину сразу. На. Так. Что у нас тут? Ну давай, может быть здесь Максим будет. Ой, ой, какая миленькая. Ой, 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 ты посмотри. Такая миленькая. А на крыле-то смотри. Ой, какая шипастая штучка. Точно, Максим. Вообще. Зверобоб орёт просто. Это я, кричит зверобоб, ты не путай. Цевалера. Ну погоди. Ну мы просто запишем именем Максим, а вы там сами разберетесь, хорошо? Максим 3.11 даже назову, вот так, как Windows. Очень милая уточка получилась. Ладно, давайте пока на этом остановимся. Спасибо за внимание, это был Утка-апокалипсис. Мы не попробовали еще с вами суп варить, но это уже в следующей серии тогда посмотрим, попробуем. В следующей же серии у нас родится вот здесь уточка, дойдет таймер. Наверняка сходим еще не один раз, как говорится, повоевать с соседями. Ну и будем изучать дальше, видите, тут потихоньку, помаленьку все расширяется, расширяются возможности. Посмотрим, здесь еще места много с левой стороны, тут можно еще раз, два, три, четыре, пять, еще иконок семь можно точно впихнуть. Возможно, там разные варианты в разные стороны сходить будут. Все, ваша поддержка этому видео я продолжаю снимать. А поддержку высказывать лайками и просмотрами, и кнопочку поделиться жмете, и раздаете ссылочку своим друзьям, где хотите. Как-то так. Приходите на стрим, чтобы я еще вас называл этими утками. Правда, я не знаю, когда я буду следующую серию снимать. Всем пока.